Здорово, народ, с вами Джесс. И сегодня мы с вами продолжаем дальше играть в Happy Wheels. Я хотел записать серию вчера, выложить, но по причине того, что Happy Wheels не работал, не грузились сервера вообще никак, это ну, не смог я сделать, так что не обижайтесь, все хотели серию, но я сделаю сегодня, так что поехали. Так, начнем мы, наверное, с карты The Desserts. Ну, возьмем пружинку, поехали. Так, ух ты, нифига себе, Battlefield. Так, как тут ехать? Как тут стрелять-то, кстати? Нельзя стрелять? Вау! Давим все машины! Только танк, только настоящий. Все раздавим. Так, что тут у нас? Ничего больше не работает. Проезжаем по минам. Бам, бам, все танку по барабану. Это вроде американский танк. Да, это Абрамс, кажется. Давай, вот это гонщик. Ой, все, ему попало. Санта получает. Нас не подкинуло, а я... Ты че, пробил меня сквозь эту, что ли? Давай! Как это Абрамс остановили? Ты куда едешь, ты дурак? Ты куда едешь? Ты куда едешь-то, блин? Давай, 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 да что ж ты такой, как пушинка легкий, давай. Ух ты, нифига себе, баллистика, физика. Давай, еще чуть-чуть. Давай, танк. Кстати, я понял свою ошибку, то, что надо было мне просто закрыть люк. Давай, давай. Нам не страшен. Каменный дождь, все разбомбили. Какая-то прям, вау. Санта, извиняй. Блин. И чё это такое? И чё это такое? Как это вообще могло произойти? Мне надо было снести это дерево, что ли? Как-то выстрелить в него. Окей. Hard Speckle Fill. File. Fill. File. Ух ты, ух ты. You will never game make his. Я знаю, noobs. Fuck, suck, good, worry. Interesting. Блин, я знаю эти уровни, когда оно типа сжимается, и ты должен... Ну ладно. Поехали. О, надо ближе сюда падать, сюда. Нет, чтобы прям посерединке, прям вообще. Окей, еще раз, еще раз. Тихо, тихо. Я потому что лечу как бы вправо, но мне это делать не надо. Надо... Да чтоб тебя через стрип, блин. Давай, давай, сосунок. Давай, лети прямо и пройди эту миссию. Мы почти пролетели. Кстати, надо мне еще... Оказывается, вообще, вот, как бы, вот так вот, типа, чтобы... Давай! Надо отпускать руки, чтобы мы упали! Вот так вот смайлик улыбается. Как-то нереалистично. Следующая карта. Ways to not make a good level one. Или там просто L была вторая, окей. Welcome to Weatherman. Так, окей, нажал. Hello, his is... Чуваки лежат. Что тут арбузы лежат? Продаете что ли? О, я знаю этот уровень. Живи надо типа убить. Так, make his blend and чего-то там. Oh, win. You win. Санта, привет, тихо. Хо-хо-хо. Кстати, до Нового года осталось совсем не... совсем ничего. Блин, моя голова! Месье, простите, вы что-то тут потеряли. Кажется, вы уронили. Опа! Давай. Ой! Не получится, да, ну хорошо, ладно. Так, тут у нас опять фигня какая-то. Что-то уровень какой-то вообще неинтересный. Мы просто проезжаем. Надписи какие-то опять, это Джастин. Бла-бла-бла-бла-бла. И все размыто, ничего не видно. А, блин, я же монетку пропустил. Ух ты, сколько тут текста-то. Да ну тебе нафиг читать. Мусор, мусор, мусор. Везде мусор, господи. Какие-то неинтересные карты. И чего? Play search. Да вы издеваетесь. Что-то карты неинтересные какие-то. Ладно, посмотрим на другую. Да, врезался правильно вот так вот. Так. Knight. Следующая карта у нас будет. Так, возьмем, наверное, опять прыгуна. Так, ну... Типа на нас чувак хочет напасть, а мы его типа сейчас должны такие... Сейчас мы... Подожди, вот как бы сейчас вот так вот... А, блин, я думал это будет проще намного. Ой.
Ну все, чувак. О, блин, ты что делаешь, а? What the fuck? Опять я его выбрал. Да что ж такое-то? Вот это другое дело. Хоу, хоу, хоу. Ха-ха-ха. Merry Christmas, bitches. Так, final boss kill. То есть мы сколько этих боссов уже поубивали, а? Оу, черт, это мачете, чувак. Он что делает во мне? Я тебя сейчас... Damn it! Фак... Ты чё тут? А ты грязный извращенок! Ты чё захотел? Я тебя топором сейчас... Вот так вот. А, не смогу. Я свободен. What the fuck? Что тут происходит? И ещё сына наколол. Подкол века! Окей, давайте возьмем кого-нибудь более... поординарнее, посерьезнее, кто реально может решить все проблемы. Это, конечно же, женщина с сосиськами. Поехали! Сосиска выронилась, срочно вызывайте 911. Ты пытаешься украсть мое масло, грязный ты говнюк, блин. Еще попытка. А, назад мы не можем уехать, ну хорошо. Блин, да что ж... Я хочу есть. И хочу, блин, достать свой кетчуп. А как я вообще ничего не трогаю. Окей. Видимо, масло слишком жирное, она катится сама, поэтому. Я сейчас пройду без рук игру, реально. Типа, no move. Смотрите. И физика. Она работает, слушайте. Даже ничего не надо нажимать. Она как бы сама, типа, за маслом побежала и как бы... Скользко стало. Так, Генбол Троу. Что-то такое, типа, вот. Простите, если они... Что, смайлики. О, один радостный, второй нерадостный. Так, дед, окей. Дед. Давай, падай, дед. Да... Thank you, man. Так, еще раз, надо резко взять... Да, резко взять... Давай, бери, блин! Да что ж ты, черт, а! Ладно, хорошо, я думал, можно, типа, сделать так. Да нет! Да ну хрен с тобой! А, не хочу! И мы все равно не прошли. А, что с ним? Да, знаю. Футбол slow motion. Ты как так-то было? Подожди, еще раз. Я сейчас такой руки поднимаю, типа. Ха! Бич! И типа... Типа они тут такие стоят, типа. Я тебя сейчас накостыляю. Да я тебе знаю, что вы куда... Кроссовок сейчас... Ну ладно. Minecraft Part 1. Первая часть Майнкрафта. Короче, это выживание или обзор модов какой-то, небось. Так, Granger Snow... Так, надо взять, типа, вот хреновину и убить крипера. What? Там был скрипт, я видел, там была мина. Она вылетела, она такая... What the fuck? What the hell? Что за сжатие? Чё меня сплюснуло-то так? За что? За то, что меч был, может, такой тяжелый? Окей. Окей. У него прям бомбанул пукан. Ой, он прям пропал, когда я до него прикоснулся. Тихо, тихо. Все вспомнили, да? Все. Так, а чё я сюда запрыгнуть не могу? Ну это же Майнкрафт, господи, тут все не как надо. Давай, блин! Ого! Это уж перебор, слышь. Я выронил свой алмазный меч, кажется, чувак. Он зачарованный был на 12 брони и плюс 14 к смазыванию, катанию по маслу, чтобы прям не упасть, и это... тут все равно нет жирный. Space World Row. Это как Space... Ох ты, бутылки. Типа, уэс. Типа, что мы выбираем? Чё-то не получи... А, типа, ему бухло надо дать. А чё оно все летает-то как-то? Дай мне выпить, слышишь? Это моя выпивка, на!
Опа! Поймал. И на тебе еще, короче. Ой, я себя даже убил. Чувак, ну ты, короче, понял, да? Neon phrase will run. Так, neon phrase will run block one. Типа, нет, помню, были блоки, которые именно, знаете... Вот, вот эти блоки, да, то есть ты их как сбиваешь, они так и упадут, по сути. Тихо. Да, 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 то есть потом, по сути, мы их сдвинуть не можем. И как, типа, упадет... Вот, вот. Ой, сына! Сына, у тебя нога что ли оторвалась? Папа, спаси меня. Ух ты, нифига себе. Вот это вот. Надо их аккуратненько валить, потому что... 10 блоков. Вот. Тихо. Все, оно замерло. Тут доля секунды, и оно прям классно сделали. Новые режимы такие. Тихо, тихо, я дойду. Давай, сына. Давай, папа, мы сделаем это. Давай, 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 давай. Тихо. Папа, осторожно, ешь тут за... Да ладно, все нормально, да не стут. Сейчас мы проедем. Давай. Давай. Сына, давай. Есть. Я в тебе нисколько не сомневался. Так, Real and Harpon 3. Battlefield 3. What? Кстати, хотел сказать за Battlefield, но не в тему, конечно, что уже... Ой, ой, да ёшкин кот! Блин, что новые карты уже как вышли. То есть там как дополнение China Rising вроде бы, то есть новые карты. Вроде бы 4 или 5 карт, не помню точно сколько. И, собственно, скоро будут видосы. Скоро посмотрим на эти карты, посмотрим на новое оружие, которое нам дали. Вот, так что ждите, скоро будет на канале. Так, ну, в общем, режим фиговый. То есть тут почти нереально пройти, в тебя стреляют, и, в общем, хрен с ним. Вот этого давайте. Assassin's Creed 4, версия 2. Типа, перевод. Переводил и озвучивал. Ух ты, нифига себе, это Assassin новый, что ли? И чё, а? А мне надо, типа, тоже было? Давай. Ой, что-то это не похоже. А, это новый сюжет Ассасина, да, я так понял? Или, как бы, геймплей его, то есть, типа... Окей, тонкий юмор английский. Хватай его за ноги, блин! Давай! Хватаю! Но это уже не Ассасина, а называется какая-то... Ноги положил прямо ему на... Окей... Я не играл в четвертый, что-то мне нет, ну ладно... Ты поиграешь в меня. Поиграешь. Вот, более-менее, да. BMX Extreme. Что-то с BMX связано. Сам не очень люблю. BMX. Ну, в смысле, вообще вело люблю, но не BMX. То есть, другой немножко. Так, осторожно. Ух ты. Ну, прям как все в реальной жизни. То есть, просто и неинтересно. И еще с ребенком на BMX'е. Хоть бы его пожалел. Да мне норм, чё ты начинаешь? А вот этого нету в BMX'ах вообще! Ты бляха-муха! Чёрт, а! О, господи, ты прям как сосиска. Держись, чувак, блин! Мы доедем, сам несу! Да я и несу, господи, мы доедем, доедем. Давай, чувак, управляй мной нормально, чтоб меня не кидало в сторону! Да все спокойно, все, мы доехали, успокойся. Воу-воу-воу, чувак, без руки. Я тебе потом их пришью обратно. Так, Future... Segway, тест и много-много-много тест. Тест, это типа тест. Тест, тесто, тесто, тесто. Так, hello, типа наша работа там какая-то. Поехали. Это весь рабочий день у нас проходит вот так вот быстро как-то. Это новые прототипы за 986 баксов. А если я отпущу его, что будет? А он едет хоть? А, ну да, кстати. И чё, как бы... Как бы хрень ваша не работает, сломалась, все, она уезжает без меня. Верните мои баксы, блин. First World Troll, что-то такое типа. Так, топорик, Санта, это для тебя. Да черт, это было для Санты, дурак. Окей. Ну и такое бывает, собственно. Бич, прямо, извини, чувак, я тебя прямо вкинжалил по самой, не хочу кинжал. Ты копье-то свое смотри не. О, Индиана упала у нас.
Индиана Джонс! Окей. Вот Бэмс, люблю такие уровни. Вот неужели? Да пипец прям, давай. Ой, I'm sorry, man. Че, я прошел, что ли? А, надо себя, наверное, еще убить. Ну, я всех убил, короче, я прошел. Сейчас, подождите, надо вот так сделать. Это нет. Подожди, сейчас. Типа. Да, блин! Короче, я всех убил, я прошел, все, окей, win. Я победитель. Есть, да. Так, чрожкас. Чрожкас. Нифига себе, лол какой-то прям. Ух ты. Так, ну это понятно, карта. Это вообще наркомания что-то. Квикс. Квикс, пикс, 666. Не хочу в гости идти. Ванна. Как-то не весело, как-то. Эй, чё, сейчас мы такой вин. Типа, мы летим. А, ну окей, я прошел. Я прокатился до того, что можно было. Там конец, конец был как бы. Я прошел. Синий экран, я прошел. Так, скрем. Ну, короче, скрем. Так, ух ты. What? Найс, забирай мою коляску, чертов. А, она ко мне катит, окей. Спасибо. Ага! Канализационный люк. What the fuck? More чего-то or are not. Типа, непонятно немножко вообще. My first crown throw что-то, типа. Вот эта карта мне такие нравится. Не зря зашел. Да. Давай! Ого! И я его не убил. Он такой. Прям как типа. Ой, я спать! Ой, опа! Давай! Да куда ты? О, прям в пип... Ну, мужик, чё ты? На тебя даже меч не подействовал, не говоря о пол-литрах. Давай! Вы прям лезь в свою спину! Давай! Стехантандрос! Так, надо успокоиться, дышать глубже. Окей. Как бы в одного попал только. Он прям заржал такой. Да господи, он что, неубиваемый, что ли, дедуган? Окей, ну это так и надо, чтобы оно там полежало, типа. Да не меня, убивай его. О, Индиана решила понюхать его кроссовки. Оу, щит. Ну ладно, я думаю, на этом можем серию теперь смело заканчивать. Я тут пока повтыкаю, полежу без движения, такой отдохну спокойненько. Фух, вот. Так что, если смотрите это видео абсолютно случайно, и на новом, если хотите больше таких роликов, ставьте комментарии, ставьте большой палец, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых серий по разным играм, по абсолютно разным. Все прохожу, стараюсь вообще поиграть, вот, поделиться своим мнением, впечатлениями, вот. Так что с вами был Джест, был Happy Wheels, всем удачи, всем пока, и нажимаем на меню, как было написано, вот в той части нужно нажать R.